Все они герои. Герои, защищающие мирных людей. Они готовы были умереть каждый день и не боялись этого. Войны заканчиваются, а искалеченные души и тела остаются. Время стирает из памяти людей их имена и подвиги, и зачастую они остаются одни со своими проблемами. Месяцы и годы госпиталей и больниц, ежедневные мучения и боль телесная и душевная. Украинский медико-социальный центр ветеранов войны – одно из немногих мест, где у искалеченных солдат есть возможность получить реальную помощь. Войны – это всегда большие деньги. Но не всегда правительство способно выделить необходимые средства на преодоление последствий этих войн. Человеческая жизнь обесценивается. Больше года Центр ветеранов войны не может получить финансирование на ремонт магнитно-резонансного томографа, жизненно необходимого для обследования бойцов. Проводя сложнейшие операции, доктора не имеют возможности обследовать пациентов непосредственно в клинике. Многие солдаты с трудом передвигаются. Кто-то в инвалидной коляске, кто-то прикован к кровати. Физической, да и финансовой возможности ехать более чем за 100 километров у многих нет. Обследование в других клиниках стоит дорого. Большая часть солдат просто не может себе позволить его оплатить. Отчаявшись рассчитывать на финансирование из бюджета, центру остается надеяться только на помощь людей. На замену, установку и диагностику платы томографа нужно собрать 12 тысяч евро. Речь идет о сотнях вовремя проведенных операций, которые дадут возможность бойцам не стать инвалидами. Мы верим в добро человеческих сердец, верим в то, что вместе мы сможем помочь центру собрать необходимую сумму. Благодарим каждого, кто пожертвует любую сумму для данного проекта.